этими. У вас 23 секунды еще бейте. Третья группа выходит налево, четвертая направо. Через каст, кто профитный, смещайтесь к порталам, чтобы время не терять потом на перебежке. Так, 13 секунд бейте. Сейчас по моей команде будете выходить. Выходите, 10 секунд. Выходите, выходите. В центр портала подходите и выходите. 5 секунд у вас, выходите. 3 секунды. 1 секунда. Вы молодцы. 17 секунд до портала. Подходим недалеко от своих мест, встаем. 13 секунд до портала. 10 секунд, 9. Давайте ходки накидывайте, подходите к своим местам. 5 секунд до портала. 1 секунда, заходите. Разбить щупальца справа. Мелкая щупальца. Игрок ключевой там. Давайте, давайте, давайте. Идите. В этих лучах не стойте. О. Ходите в порталы. Берите себя там. Тяжелые щупальца в свету убить срочно очень. Бейте мозг. Хорошая комната, я вижу. Бейте мозг. Тяжелые щупальца, милики, все РДДшки, переключитесь. Остаемся, нет, до конца. Ну, у вас 25 секунд, я думаю, вы успеете перевести. Серега там командует. Да успеем, успеем. Должны, по крайней мере, хотя хуй знает. 16 секунд. Вы успеете, должны, бейте. Мы не успеем, надо выходить. Выходите, выходите, выходите. Не рискуйте, выходите. 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд. 3 секунды, выходите, выходите сами, выходите. Успели бы. Что, у меня 15 осталось, я не понял. Руди опутал. Чарт, видишь зеленый пак? Ты можешь не сбегаться? Какой там портал, подходите, который на 15? Портал. Порталом подходите, ребята. Рядом с самогоном слева, слышишь, брат? Давайте в портал. Сзади Ваня Варинг. У кого много здравомыслия, заходите, подамажите комнату одну милики там. То у меня 4% снести. Да хранит тебя. Сбежался. От черепа отойти, ребят. Очень важно. От черепа отбегите. Далеко очень. Бля, хилить кто-нибудь будет сегодня? Не? Кто-то забежал почти сегодня. Кто-то с душевной болезнью комнату забежал, но разбросался. Это все. Блять, как вы здравомыслие теряете? Почему мне вот хватило на 3 комнаты, еще осталось, а вы, блядь, теряете здравомыслие? ГЦ. Нас ждет победа. Вайп убес? Да, идите, падайте. В каком комнате, не падайте. Ребята, вам нужен приз? Нет. Ну и ладно. Мы не отдаем раком голову, так что можешь не проситься. Привет. Ты про себя говорил? Сейчас надо было посмеяться? Типа да. Кто зашел в комнату с душевной болезнью? Вы что, дауны вообще? Друиды должны диспелить в комнате там. Вносите яд, который диспелится. Как он там называется? Очищение от ядов, как-то так у друидов. Помогайте в комнате-то. Вы же не первый год играете. Сорет, самогон, банановая. Выносите все диспел ядов на панели. Блин, просто человек, который заходит с душевной болезнью, он просто тупой. Сейчас зашел с душевной болезнью, 5 ликов по рейду. Хуяк, на. Душевная болезнь. Вы не думаете, проклятие? Нихуя головой. Просто нихуя вы не думаете. Ну, понимаешь, человек, ну, с этим эффектом зайти не может. То есть он, когда нажимал на портал, на него в этот момент перекинулось. То есть этот момент такой, что, ну, от него не застрахуешься. Лена, учитывая, где ты идешь от цели на 5 метров перед заходом в портал. Ты говоришь, не заходите с душевной болезнью. Человек зашел без него. Так я говорю, что перед тем, как заходить в портал, надо человека, которого кидается лик смерти, этот голимый, чтобы он отходил на 5 метров. Надо немного смотреть по сторонам, мне как кралька только лупится в аддон. Что за душевная болезнь? Я что-то найти не могу. Страх, который бегает потом человек. А, понял, понял. В комнате этой типа Лордерона кто-то зашел, ну типа зашел с болезнью, лик сразу по пятерым хуяк нахуярился, и в этих пятерых, конечно, здравомыслие я потерялась, потому что у них лик смерть.
Понятно. Как раз, ребята, напоминаю, очень важный момент. Сейчас вот почти из этого и вайпнулись. На ком черепок, вы должны от него отбежать. Череп — это болезнь, очень плохо. Чума, надо отбегать. Там лик кидается, который на рандомного игрока потом переходит. На ближайшего, точнее. По рейду идет. Пок, видите, не ждите моей команды, я молчать буду. Взяли, сами отбежали. Так-то что, у вас нормально там все в комнатах? Более-менее? Ну не знаю, в последней комнате два типа потеряли здравомыслие и не хилили. Может, варенька вместо комнаты? Слышишь, что я говорю? В последней комнате была душевная болезнь. Пять типов бегали с ликом смерти, в том числе и я, поэтому и не хилили. Ты, походу, не слушаешь, Лёша. Да я слышал насчет этой хуйни, но просто я вообще не понимаю, как ретрика можно потерять здравомыслие, когда ты заходишь в первую комнату, прожимаешь бабл, бьешь, блядь, ебучие щупальца, и выходишь с первой комнаты, блядь, со 100 здравомыслием. Ну, такой нахуй тупой, пиздец. Спасибо, курс пропал, блин. Так, даю. Третья пати на кружочек ориентируется. Ну, наверное, не знаешь, что можно бабли бить. Так, пыщ-пыщ и ни к чем. Он летаем, подходите, будем начинать. Вот отпишите в рейд. Инту бахните. Агроном, ты тут? Тебя только ждем. Он летаем. Подходите, будем начинать. Агроном, он летаем. Побежали. Сорян, забежал. Все, в метке все в кружочке стоим. Я первого заберу. Босса там. Метку ромб. Тируйтесь на ромб. Этого следующего Black Zombie ты заберешь. Сейчас, который у рейда, ара, ты заберешь его. Эти кружочек. Разбирай. Что с тобой не так, ёбаный в рот? Можно таунт прожать? Был таунт. Сей, самогон его, в идеале. Забирай блок зомби его. Я дальнего заберу с рейда. Дайте каску по локу. Меньше. Этого блок зомби забирай, забирай. Кружочек. Я следующий. Кружочек бейте. Давай звездопады. Трясовы. Бейте кружок. Забери дальнего, ара. Забери дальнего. Тебя с рейда, сейчас забери его. Всем привет. Где вы сейчас находитесь? Дёк. Я в кресле. Тебя убивает. Дайте каску по локу. Хотел сказать инвалидным. Все, тихо, я... подожди. Я давно приду. Почти пошутил Ирнион. Ой, бейте большой щупальц РДДшки. Мелики вообще не подходите. Испальте с Мараксуса болезнь. Магия. Любой пал, дайте каску по лох. Вот видите на васабике череп. Надо отойти от черепа. Смотрим внимательно, кто не отбежит. Вселенной Мараксу знаменитесь. Поднимаемся. Бейте справа. Подходите к порталам, ребят. Я забыл сказать, подходите к порталам. И уже накидывайте на себя. Кто в порталы не заходит, вокруг босса рассредоточьтесь. Справа не вижу вообще никого. Сейчас порталы будут уже. Сбежался. До порталов, по-моему, 4. Теперь разрубим, теперь обнимайся.
Ну подбеги, кто там с пактом ходит? Алло, Селена. Чего вы так долго реагируете? Бегите с пактом, куда от меня убегаете? В портал надо заходить. Беги туда, направо. Беги. Заходите кто-то, РГДшки. Пакт опять сбежался. Мирандос, кто? Пучбах. Там один человек в портал не зашел. Уёво, чё? Давай я зайду. Заходите, открыть портал. Спальте магию с БДК, с хаты. Мелики все бейте, тяжело щупальце в свету, видите, в стане стоит. 20 секунд у вас в комнате. Так, 12 секунд, начинайте смещаться, выходите, 10 секунд, выходите из портала срочно. Сап, не стой, помогай в хиле там подбивать щупальца. Я пока что... Здравомыслие. 18 секунд до портала. Подходим к своим местам. 10 секунд до портала. Что, мне так же заходить? Да. 5 секунд до портала. Подходите к своим местам, подходите. Ходки накидывайте, 3 секунды. Да, секунду, заходите порталом. Слить мелко щупальца. Быстрее. Иди сюда. От черепа отойти. Бегите от меня. Все, молодцы. До конца оставайтесь, переведете. Бля, нафиг ты на себе этот череп повесил, я подумал, на тебе метка. Тридцать секунд, оставайтесь там до конца, переведете. Так, все перед мордой боссов становимся. Вам метка. Крест. Тут будете стоять. Босса перевели из порталов сразу, сами его выходите. Команды не ждите. По моей команде рост. Танки готовьтесь. Весь трэш сюда, к дверям, к выходу будете приводить. Не трогайте. Я заберу. Давайте рост. Повернулись, бейте босса. Кто-то командует. Отвернулись. Кто-то командуйте. Потанчу. И кто-то. Повернулись, бейте. Ты отвернуться, не отвернуться там. Говорите кто-то. Вернулись. Потанчу. Вернулись, бьем. Отвернулись, по-моему. Вернулись. К дверям отводи. Здесь трэш. Вернулись, бьем. Вернулись. Отвернулись. У кого мало. У кого больше 40 здравомыслия, один касс не отворачивайтесь. Если Элем есть, можешь тотем корней поставить. Что у них? Отвернулись. Вернулись. Я пока не могу. Отвернулись. И добивать. Ярости недостаточно. Отвернулись. ГЦ. Сразу с башки начни. Я тоже что думал. Сейчас. Так, секундочку. Все, могу начинать. Ролл багаешь. Не. Давайте голову. Сука. А я думал, я 96 кинул. А, то соску кинули. А, Росс. Рецепт один. Так. Давай рецепт.
Надо еще каких-то боссов, пацаны, выбивать. Может, ну его нахуй, мне так неохота. Да погнали собрание. По квест. Собрание, я думаю. И на квест на этот, на 5 льда единицы. Ну, блин, сколько у вас тут? Покорителя. Еще осколки надо мне. Еще бы острокрылую залить. Пацаны, ребята. Привет, там еще живой. Уголов. Пойдемте на совет. Обвалившаяся галерея. Так, самогон, почему не будет сидеть? Ты где? Он вернул. Я понял. Нужен кто-то? Сейчас посмотрим. Нужен. Как ты? Еще нет? Самогон. Что? Офспик. А, вижу. Имейте КП. Сейчас куда? На совет. Мне в ДД обратно. Тут три танка. Окей. Тайла, Рискат и Ара. Блэк зомби спека все в ДД. Танки нормально, танчили нормально, пойдет. Фу, Мараксис Багер, 1202 ПР. Фу. Че? Мараксис Багер, 1202 ПР. Да ладно. Нормально. А что за херня, кстати? Что, я не понял? Во миллион ЕП. Ха, нормально. Заебись, ебать. Элла во все рейды походу ходит, чувак, вообще. Бля. Так, сейчас давайте сумоним и будем начинать. 15 минут у нас есть. Гома Грэна убьем среднего по последнему. Кого? Среднего по последнему убьем. Кому тут что вообще надо? Какие ачивки? Я просто хотел хрем режим сделать и не париться. Не ИП надо. Давайте просто убьем и уже убьем и пиздец. Да. Так, смотрите. Скат будет танчить Малгейма. Мелкого будешь танчить. Кто у нас? Давай фристайла. Катанчи его, пожалуйста, нормально. Леха, слышишь? Спекнись в протопал, потанчи маленького. Все, Ара, а ты будешь танчить большого. Прижимаешь дефа билки, Ара. Живи, короче. Надеюсь, тебя захилят хилы у нас. А кто столом танчит? Я стали вам рискат. Ну вот тебе надо, чтобы кто-то здесь стоял. Че надо? Чтоб с тебя добав диспалили. Так, ну кто там? Паладины диспалят? Ты себя палишь с меня, Санек. Так, смотрите, хилы у нас Джериан. Еще Мирандас. Альпич спекни здесь ДЦ. И Васап брышами все его захилить. Почему вообще их головами Мирона отдали бродяги? Да, кстати, тоже что пару процентов. Первый раз половину. Типа у нас типы, которые, блядь, ну, ветераны в гильдии голову не получают, и просто какой-то тип пришел в гильдии, ему голову отдали. По-моему, это нечестно. Ну, сколько раз мы уже обсуждали, решили сойтись на мнение, что вроде пару будем отдавать башку от поля челик в гильдии. Да, но я думаю, не бродяги же ведь, которые два дня в гид. Ты тоже. Он танчил нормально, какие-то ему вопросы. А то уже башка скоро станет, как конь. Ладно, я чекаю на ПК. Мы же убиваем ПК, да и все. Какой на ПК мы готовы? Санёк, ты себя подпылишь с меня. Так, мелкого танчит фристайла, Ара танчишь большого, стали лома, а я танчу среднего малгейма. Все, танки разбирайте свои, пойдемте. Какого объем-то? Мелкого самого бьете, потом среднего, потом большого. Потом рослого, блядь. Рослого, блядь. Память Войда. Чего Войда нет, Саня?
Мы не делаем хэм-режим на пожарнике, он не пошел, обиделся. Косты можете позбивать, мелики там. Ара, ара, хильте, ребят. Очень сильно хильте, ара. Выведите из лужи Макрена. Макрена выведите из лужи. Подведи мелкого к луже ближе, чтобы вставали. Ты мне говоришь? Ну там мелкого танчит. А как он сам бегает. Подвести. Не знаю, я стою вообще далеко от него, он на РНЖ стоит и все. Вы заходите в лужу, бейте среднего. В лужу прямо, милики тоже заходите. Не такого рослого. Нет, остался большой, это великан. Че, лужа пропадет, набирайте рейндж. Давай, Саня, три сейчас сакру в рейд, когда лужа пропадет. Все паладины там сакру отдадите. Че, Хилика, ты читаешь гимн на хп первый. Все, выходи, выходите с лужи, выходите, разбегайтесь на рейндж. Очень важно. Че, мы гимн? Ксению, не-не-не-не, Ксению лужу подвожу, бейте. Хильте ара и рискаты. Шо вы уже начинаете дотать? Ярко, да еще. Пофигу, бейте, да. Здесь успеем. Все хилы хилят ара точечно. Очень сильно пробивать будут. Агро следите, не срывайте. Сейчас отойди от рейда ара подальше, тебя резнут. Так ебашишь, ебашишь, а тебе гп ебашишь. Жиза, брат. Так, сферу, давайте. Сейчас куда? Пойдемте, экологар назовем. Пойди снику, осколок выпадет. Попал, короче, гигантская кузня. Мы Калагарна убили вообще. У этого Игниса. Уголом. Сарет неплохой, можно даже попробовать. Серьезно сделать. Ну один раз. Как один раз. Вапнемся, ну его нахуй. Больше бить не будем. Давайте просто его убьем уголовно и все. Ну, можно. Бить алкалона, если кто-то возьмется, продолжить его бить. Вот и все. 339-й шмот не идет на посланника, да? Нет. Нет, это шуба идет. Там другой сада тебе отдам. Пуз. Куда сейчас идем? На строкрылую. Гигантская кузня портал. И стоп не надо, кожаная. Снимите там ара кто-нибудь. Окей, сюда, на стык крылой, приходите, шкаф ставьте, будем начинать. Там квеста нету, я его не вижу. Напоминаю лутера на кого-нибудь. Поставь на бой лут, он видит. Че, все квест взяли? Могу прочитать это заклинание. Кидай нару. А давай Мирандес. А там еще LPG 90. Давай ему. Бля, ну чё мы стоим, а? Кого ночь? Кто далеко?
пока на готовность. Блин, кружку с водой пролил. Зараза, хрип убирал. Так, короче, смотрите, три танка. Фристайл, Рискат и Аро. Проходная ачивка, двор. Пожарим чуть-чуть. Хелика, Серега, подобьешь с... Кто подобьет? Точечный бизгот еще. Кто профит? Бля, давай только не будем жарить. Могу подбить. Могу. О, Маренко подобьет. Мы не всех будем жарить, кто только появится. Гарпунные пушки соберутся, сразу запустим. Все, и залием босс. 5-6 выйдет и сожарим и все. Так, смотрите, по бафам чего не хватает, я начинаю. Леха, в сторонке там потанчишь, не весь ненужный трэш. Че, вы уже бьете босса? Да. Какой совет? Слишком далеко. Я закрываю. Так, чё, короче, Рискат Ара забирает весь ненужный трэш, Фристайл танчит стражей в стороночке. Стражей не бьем. Не хотите в целка потом сходить на спине? Не, мы потом в РС собрали. Целка я не против. Да лучше РС. Да. Век завтра твой анбаф. А, ну да, анбаф точно. Так завтра анбаф все непросто. Ой, ты поведешь. Есть КД на Лича на анбаф. Серьезно? Да, там сакральный обходил, только что там хороший рейд до Лича вообще без вайпов. Там... Леди, проф, без вайпа, все нормально. Там на Лече сейчас вайпается, не знаю, если не убью, то можно будет пойти завтра. А это они анбаф решили собрать? Собирай стражи. Да. Стражи не бейте стражи, и маги киньте ему в су. Стражи не бейте. Не в сую. Прикольно. Стражи не бить. Пробуем начинку зажарить. Парочку. Сколько проходная ачивка, сколько выйдет, столько зажарим, не будем там вайпаться, подыхать и так далее. Самогон ты стражи не держи в рейне, собираешь, не ходи направо. Зорных и часовых убивайте. Дети сразу не врывайтесь, подождите, пока танки не агрят. В сторонку отводи их. Он сама веди. Герой. Убивайте примерно в сторонке до 60 тысяч. До 60 штук. Больше не надо и не трогайте их. Аж опять трэш. Помогайте. Я слева ушел собирать. Пушку пока не запускай, сейчас подобьем, чуть-чуть и запустим. Пушку пока не запускайте, не надо. Подбивайте дозорного, сливайте. Подбивайте дозорного. Стражи подбить. Давай запускай пушку, кто там стоит. Окей, все отлично. Давай под морду веди. Бейте босса, давайте рост. И босс. Веди под морду. Хилика, варенька подбивайте. До 10 тысяч. АОЕ стопните пока. Пей не бейте, да. Да все, Старфол замер, может убить этот строку, от строкового прихода и все. Кто там убил, не видели? Кто да Старфол. Ну у какой силы? Конскьюрит, это страж, да? Да, страж. Конскьюрит. Там и самого 450. Сагрите босса. Бежали к Алагар на последнем, можно его раскрутить. Еще уголок. А, точно еще уголок. Так, давайте плыс. Ара, ты левого, я правого, иди забирай. У нас Димон.
нужно подойти. А, блин, у тебя лут. Могу тебе передать, надо, нет? Да, может, более дать. Штука у меня упала. Давайте, давайте вниз быстрее спускаемся. Кружок точечный. Можете застанете их во время каста точечно паладины. Выставать это говно не будут. Дальнего забираю, я ближнего возьму. Тратимся в кружок. Этих двух мобов добьем. Ара, видишь, сзади 4 моба мелких. Приведешь их сюда к нам. Сейчас как у второго лоу хп будет. Можешь идти уже. Собирать потихоньку. Тихан сейчас на ара напуливает. Пыщ-пыщ. Прям на ходу чекаю, но пока на готовность, смотрите, по ухам ничего не хватает. Лёх, расколешь мобов? Представил? Угу. По ходу дела, говори, что делать. Весь рейд бьет босса, вылазит два моба. Сначала первый, я потом через... Я шарю, просто я хз, я не играл, попал, может, все это плюх, да. Все, я иду босса. Далее, смотри, два моба вылазит, ты ждешь новую лужу, которую босс после под собой оставит. И все, заводишь их туда, двух мобов этих раскаливаешь там. Они красно становятся и заходишь, и заводишь их в водоем. И Хилика, Серега, ты подойдешь этих двух мобов, окей? Раскалены. Такая лужа появляется. Двух мобов собираешь и в эту лужу заводишь. Все? МС-ку там скажи. Че МС-ку, про че? Стоп-каст. О, красавчик. Консоры дохильте. Забирай. Мелкий трэш. По-моему, Мирандоса сейчас надо хилить. Ты, по-моему, сам в ковше можешь хилиться. Да. И выпить в ковше можешь. Второй моб. Забирай. Я в ковше. Раз, значит, ты собирай. Во-во-во. Топ-каст, топ-каст. Не достойте. А он не стопается. И Хилика, Серега, иди подбивай. Они вроде уже красненькие. Заводи их в воду, Ямара. Отлично. Давайте, босс. Ты как этот, блядь, как Сиддер тогда просто рядом с водоемом их поддержал, и такой говорит, я завел. Ух ты, две тренинги. Еще две тренинги. Это, кстати, бисовая тренинга, протопаладина и вообще, по-моему, в целом на танка, на посланника. И с уклонением.
Короче, пока слушайте внимательно, вкратце тактику расскажу. Так, нужна сова и плюс один РДД рандомный, кто будет звезды подбивать. Это более, давай фристайл и бубенга. Че, звезды подбивать? Куда нырять? Живые звезды. Так, портал, короче, вестибюль. И идем на Алгалона. Есть у кого-нибудь ключик? Да, есть. Я не располагаюсь ей драгоценным материалом. Короче, смотрите по танкам. Первый танк 4 скат. Альпы, ты спекаешься в ДЦ. На меня 4 я стака. Я в ДЦ и был. Все, я понял. Первый танк 4 скат, 4 стака набирает. На первый суровый удар альпа читы мне кидаешь зубы. Сам захватил. Далее фристайл, ты второй танк. Прижимаешь на 50% срез урон во время сурового удара. Не, под конец. Я другой танк, бой купить, нахуй. Я не танчу ни разу против поломанного босса. Спека себе, значит, в ДД. Ты не будешь все звезды Да блин, ну, я не хочу лишний раз ГП ловить из-за того, что я не знаю, что делать. Да, я понял тебя. Не подходи. Фристайл, спекайся в ДД. Смотри, появится три созвездия сверху, они вылупятся. Запоминай название, созвездие, легко. Тебе надо таунтом сагрить его на себя, ты в ретрике будешь, и одну черную лужу закрыть, хорошо? Я что там черного не знаю. Так. У нас в порталы заходят в черные все, кроме ШП. Вы там прижимаете тучку, остаетесь. Так, смотрите. Ара, ты танчишь вместе со мной. Я набираю 4 стака. Ты танчил уже этого босса, нет? Напиши что-то в рейд. Да, танчу. Секунду, смотри. Я набираю 4 стака. Ты забираешь босса с меня. Появляется три созвездия сверху. Ты на себя одно забираешь, фристайлы на себя одно созвездие забираешь, и рискат на себя забирать. И каждый танк, короче, по одному созвездию. Все, фристайлы закрывают одну черную дыру, созвездие пропадает. Начинается каста суровый удар, на нас с тобой должно быть по одному созвездию. Все, так, рискату на первый суровый удар кидаешь зубы, Альпыч. Ты, Ара, прожимаешь на 50% срез урон. На второй суровый удар я прожимаю незабываемость, а ты, Ара, у тебя просто срабатывает защитник. Ревностный. Так, далее, короче, кто будет эти звезды живые подбивать? Хилика будешь подбивать, нет? С банановой, с дуду типкой, короче, вдвоем будете звезды подбивать. Я тебе даю, короче, так, ассиста, помощника назначить. Все, и говори в РК там, когда будешь разбивать, метку ставь. Кружочек или что-то желательно, конечно, круг. Сейчас будем начинать чекать там бафы. Чарасово. Да, ребята, вы бьете без АУЕ. Анхолики обновляете все болячки точечно. Баги вы бомбу на босса пишете. Но бьете все точечно, включая милика. Все, расходитесь вокруг босса. Будем начинать. Смотрите, чтобы вас 100% в черную дыру засосало. Необходимо сделать два простых действия. Зайти по моей команде в центр черной дыры и из стороны в сторону побегать. Примерно там полсекунды. Встретиться с тобой. По 100% засчет. Ваня, Варенька, подходи, будем начинать. Все, там готов. Ребята, от кары отбегайте подальше всегда, старайтесь. Я начал с ЛПшки. Сейчас по моей команде. Пула, можете звездопады там отдать и так далее. Хантер, напуливай на риската сейчас. Все от босса отойдите, милики, сейчас отойдите от босса к стенке подальше. В центре только два танка. Лужи никакие ДКшки не льем, играем точечно, без АУЕ, это очень важно. Как поживаешь? До встречи. Сейчас массами можно играть, давай рост. Звездопады там включайте. 6 секунд звезд. 3 секунды. Все, отключайте массу. Звездопады убирайте. Я босса буду водить по платформе, чтобы вы звезды не били.
Кара, смотрите внимательно. Звезда взрывается. Еще не готова. Следите от звезды. Взрывается. Кара, 3 секунды. Смотрим под ноги, ребят, внимательно. Ноги смотрим. Бежали Мелизона. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мирана, схиль себя. Созвездия сейчас появились. Перестака забирай, забирай протокол один. Отойдите, сейчас звезда взорвется. Ты на себя ее стаунтил, что ты забрал? Все, не надо. Не оставь. Кара, отбежали. Да, черная дыра. БЦ. Подходите к черной дыре, подходите к черной дыре. Ходим, заходим. Заходите. Блять, сука, вот каким надо быть тупым, чтобы умирать от кары, сука, так бесит, ну просто пиздец. Пойдем. Тихо. Кара, отбежали от нее. Ара, танчи, сейчас заберу. Черные дыры закрыть сейчас. Отбежали. И босса. Сейчас будет пиздато, если он за все время один умрет только. Ты будет. ГП ебанем. Так 5 нахуй. Нас ждет победа. Не снимите. Там звезда, лоу ХП подбейте после кары. Кары отбежали. Вот крестик поставил мне. Забирай? Ага, забирай. Ты сурово 10 секунд. Эти босса, бейте. Созвездие на шамане. Все, сейчас смотрите. Блядь, меня засосало, 400 ка собрал. Будет суровый удар. Надо будет зайти, пережить его. Ходи, там на суровый удар. Че, на каре взлетел? Дед. Че это? Берни меня бы. Мы не сдадимся. Писката Берни. Прощай. Приветствую. Всего хорошего. Заметишь, смогу на пульсес. Как самогон варить умер? Каким долбоёбом надо говоришь? Быть, чтобы на суровом умирать, да? Что ты его сам говорил? А как ты умер? Я уже просто стоял и нихуя не делал, потому что, блядь, видел то, что два дауна сдохли. Вот Ренечка упал. Кто бой скинул? Кому можно это помощника отдать? Ну, я скинул. Ракс. Что там? Все или еще кто-то есть? Разруливаем, Ракс. Не, все. Че, кому? А, разрульте там, неважно. Даня, у меня к тебе просьба большая. Накинь ЕП, пожалуйста, за ульду. То у меня дон отключен. Что вы кидаете на руль, я так и не понял. Хвост. Хвост кометы. Отдаешь она? Давай. Даня, вас ты тут? Да, я здесь. Но нужно же сначала. Ну, этот я тоже. Че надо? Ну, людей набрать, кто на ИП заходит. А, окей, точно. Не заходите на чарапан. Покрали в целкашку, как Олег предложил. Ты уж больная девочка. Да, сейчас вы, блядь, в 11 вечера ходить целка, когда завтра еще я на баф планирую. За час 40 пронесли вчера. Оф, на той неделе. Такое ощущение, будто на баф мы будем с самого утра собирать.
сколько там ВП? Слушай, у нас 5к было. Ой. Мутант хорош. Вы слышали, да, как он по клавиатуре постучал? Ну, сколько их? Я, походу, только я один это понял, слышишь? Гейтан. Мук, ты тут? Опять как?